что выбрать, Samsung Galaxy S24 или S24 Plus? Из очевидной разницы экран на 6,2 дюйма на 6,7. Если брать большинство игр, то удобнее, конечно же, играть на 6,2-дюймовом дисплее. Хотя, честно говоря, разница в габаритах минимальная, можно брать и плюс версию. Батарейка здесь на 4000 мАч, здесь на 4900, и этот смартфон на 2 часа активности дисплея живет больше. S24 Plus поддерживает быструю зарядку в 45 Вт, этот в 25, но все равно, друзья, зарядника в комплекте вы не найдете, потому что его там нет. Возможности камер абсолютно одинаковые, за это можете не париться. Производительность тоже одинаковое железо, но данный смартфон набирает в Antutu, например, на 100 тысяч очков больше. Не сильно это сказывается на играх в том числе, но тем не менее. А вот этот смартфон под нагрузкой нагревается сильнее, потому что корпус меньше и теплоотвод хуже. Если взять оба варианта смартфона на 256 гиг, то разница между ними получается где-то в районе 100 баксов. Стоят ли эти фишки этих денег? Ну, конечно, решайте сами, а свое решение напишите в комментариях.